Хей-хей, друзья, с вами Стив Про, и сегодня, друзья, мы поговорим о выходе Майнкрафта 0.15.0. Наверное, все прочитали название моего видео, и в котором говорится, что как бы сегодня будет новая версия Майнкрафта, друзья. Сегодня среда. Если не ошибаюсь, то 25 число, 6 месяц 15 года, друзья. И именно сегодня с процентом 70% должна выйти новая версия Майнкрафта. Почему я так решил, друзья? А потому что вчера вечером, друзья, был опубликован твит от Томаса, в котором он писал, что список нововведений для 0.15.0 будет, а для 0.14.3, извините, друзья, мы не успели сделать. И это означает, что после списка нововведений сразу выйдет новая версия Майнкрафта, друзья. А вы как знаете, что Томас любит писать загадками. Но если он написал это, то означает, скоро выйдет новая версия. И опять же, я подведу еще несколько фактов, друзья, о том, что сегодня может выйти бетка. А ровно неделю назад об этом говорил Шоги, что отвечал на вопросы и говорил, что именно в мае выйдет релиз, не релиз, друзья, а бета-версия 0.15.0. Ну, вы знаете, май уже кончается. Ну и 30 мая это будет понедельник. Ну, разработчики вряд ли так сделают, что они выпустят ее последний день мая. Поэтому сегодня, друзья, 70%, что выйдет новая версия Майнкрафта. И на это есть очень много разных факторов. Поэтому, если вы ждете Майнкрафт, и вы можете его отслеживать в моей, или, можно сказать, в нашей группе ВКонтакте, которая есть в описании, друзья. Поэтому ждите, друзья, ожидайте новую версию Майнкрафта. Но мы будем только ждать, как я сказал до этого, и надеяться, что она выйдет сегодня. И вы знаете, что она принесет очень много разных нововведений, такие как поршни, лошади, катание на свиньях, поводок, друзья, ну и многое-многое другое. Ну и сказать мне больше нечего, кроме того, как закончить видео. Друзья, ну а этим все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.